К новостям спорта. В городском округе Люберцы состоялся очередной спортивный праздник. Около 500 человек приняли участие в проекте «Спорт в каждый двор». На этот раз к здоровому образу жизни приобщались жители Марусина. Футбол, волейбол, настольный теннис, катание на лошадях. Жилой комплекс Марусина на несколько часов превратился в большой спортивный городок. Найти себе занятие по душе здесь мог абсолютно каждый, независимо от возраста. Самых маленьких за старания и спортивные успехи угощали конфетами, а взрослые получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. Очень шумно, очень празднично, понравилась обстановка, решил поиграть, позвала ребят. Здесь и родственники, и друзья, и соседи, нас много. После официального открытия праздника гостям предложили принять участие в первом состязании – перетягивании каната. Среди участников спортивной игры можно было встретить местных депутатов. В свое время я занимался очень активно и начал спортивную жизнь с футбольной секции. 10 лет отыграл за Люберецкое «Торпедо», поэтому, в принципе, спорт в моей жизни – это не впервой. И на сегодняшний день мы также с коллегами собираемся и активно занимаемся, как говорится, физкультурой, спортом. Проект «Спорт в каждый двор» инициирован главой городского округа Люберцы Владимиром Ружицким. Начиная с 1 июня текущего года, каждую субботу на спортивных площадках проходят массовые мероприятия. Причем этот процесс непрерывный. По словам организаторов, подобные праздники будут проводиться на постоянной основе круглый год. Мы выбираем центровой двор, самый большой, куда постараемся привлечь максимальное количество наших жителей для занятий физической культурой и спортом. Люди приходят, мы проводим регистрацию и распределяем по тем видам, которым им интересны. Городской округ Люберцы в очередной раз подтвердил звание одного из самых спортивных муниципалитетов Московской области. Действительно, этот вид деятельности занимает в жизни люберчан особое место. Спорт – это моя жизнь. Это все, что я делаю, это все, чем я живу. Это все. Для меня спорт – это как родная семья. Спорт – здоровье. Хорошее настроение. Я люблю заниматься спортом. Луиза Егазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.